Когда так долго сидишь дома, уже и не знаешь, чем себя занять. Сыграть что ли в игры? Но настолки надоели. В морской бой я всегда проигрываю. Хочется действительно чего-то нового и интересного. Но как же это воплотить в четырех стенах? Подключить воображение, фантазию и своих родных. Мне на помощь придет мой муж. Проходи! Супергерой муж идет на помощь! Я спасу тебя, принцесса! Говори. Ну что, ты готов сыграть со мной в игру? По-быстрому я на все готов. Тогда первое будет называться «Вслепую». Мы собрали по дому разные предметы, но какие у меня, Дима не знает, как и я у него. Так что будем угадывать их с закрытыми глазами. Давай. А что ты делаешь? Я выигрываю. Все, давай, завязывай, я победил. По-моему, это был мухлёж. Нет, это все правда было. Сейчас у меня тут для тебя сюрпризики есть. Ты готова? Нет. Отгадывай. Щупай. Аккуратно, он шевелится. Он сейчас убежит. У нас дома ничего живого не дошло. Я его на кухне споймал. Это одуванчик. Это будет очень сложно угадать, потому что это действительно чисто женский предмет. Ну давай, давай. Можно, да, пробовать? Да. Я знаю, что это масочка, ты мне масочку делал. А сейчас мы усложняем задачу, и я придумал, угадывать нужно будет не только ручками, а только лицом. Давай, смелей! Ну, давай, трогай! Как оно тебе? Как оно пахнет? Это какая-то слоечка с мясом. Это кубитешечка, ну почти угадала. Ну что, мы потренировали наше осязание, а теперь будем развивать внимательность. Следующая наша игра – шепот. Каждый из нас надевает на себя наушники с музыкой да погромче и в это время должен угадать, что же говорит другой человек, то есть попросту прочитав по губам. Юя и Джулия ты. Жур. Джули. Жур. Ю. Журналист. Да, точно. Я знал, я знал. Ко-ко-зяв. Ко-зяв. Ка. Вызываю тебя на бой, Чиполинка. Ну а теперь третья и самая беспощадная игра. Кто знает друг друга лучше? Мы подготовили по три вопроса, но чтобы было еще интереснее, проигравшего ждет наказание. Какой мой любимый фильм? Ты знаешь? «Сияние». Правильно. Мой любимый зверь, животное. Утконос. Отгадала. Какой суперспособностью я бы хотела обладать? Ты бы хотела уметь общаться с дикими кошками, большими. Правильно. Моя любимая порода. Сиамские коты. Мое любимое число. Число? Да, у людей есть любимое число. Четыре. Блин, как ты отгадала? Серьезно, я просто наугад. Как звали мальчика, который мне нравился в детском садике? Сережа. Нет, не Сережа. Рома. Нет. Последнее. Антон. Нет! Я уверен, его звали Сетик. Нет, его звали Артем. Если ты меня сейчас смотришь, приветики тебе. Какие там приветики? Слушай, все, Артем, ай-яй-яй. Так что, оказывается, развлечь себя можно даже и не выходя из дома, просто посмотрев на привычные вещи под другим углом